Пензенцах стартовал ремонт дороги Штефана Челмари, участка от стадиона до автовокзала. Как сообщил исполняющий обязанности мэра Николай Григоришин, работы будут идти очень активно. Нужно как можно скорее привести в порядок эту часть дороги, состояние которой из-за снятого асфальта и образовавшихся за зиму ям катастрофическое. К концу мая планируем сдать этот участок в эксплуатацию. Уже стали выкладывать в социальные сети фотографии ремонта улицы. Многие жалуются на пылевые облака, которые в воздух поднимают дорожники, выдувая из трещин и ям грязь, скопившийся за зиму песок и другой мусор. Таким способом дорога подготавливается к ремонту. В связи с большим объемом работ, которые необходимо выполнить в короткие сроки, прошу жителей города проявить терпение. Реконструкция предполагает временные неудобства, в том числе и в виде ограничения проезда легкового транспорта по этому участку. Заранее благодарю бельчан за понимание, отметил на странице в Фейсбуке Николай Григоришин.